Вот такой вот экран видим. В принципе, как и в прошлый раз. Что там написано, хрен его знает. Пресс F6. Нажимаем. F6. Опа, здесь что-то изменилось. Что-то написали. Bin selected, instant flash. Непонятно. Пресс F11. F11. Тоже что-то там написали по-другому. F2, F1. F2, выскакивает вот меню, непонятно, что за BIOS или черт его знает. Вот так вот написано. Стрелки туда-сюда не перескакивают. Вот я нажимаю стрелки туда-сюда, ничего здесь на экране не происходит. Escape, F3 to rescan, F3 нажимаем. Escape, выход, наверное. Escape. Нажимаем. Все. Больше ничего нет. Вот так вот. Вот так вот получается.